Ребят, сегодня я вам покажу, как работает гантри-кран, как управлять им. Вот. Не буду внедряться в технические подробности, именно покажу, как управлять. Мы уже сейчас заканчиваем грузить палеты. Соответственно, я уже открыл нечетные крышки. Сейчас поеду вот за номер... Какой там? Я уже не помню, какой номер-то. За пятый... Так, три, четыре. За шестым номером, в общем. Поеду в позицию ставить вот эта крышка. Так. Сейчас нам электромеханик сделал сигнал, который всех будет. Особенно ночью это очень хорошо слышно в настройке. Вот эти два, значит, они поднимают правую и левую сторону, соответственно. Все, я поднял, вышел из позиции, из крышки. А вот это уже движение назад и вперед. Сейчас мы едем в корму. На этом судне сначала открываются, в основном здесь у нас нечетные крышки, потом четные. Вот видим, сейчас я буду вот эти двумя буду опускать, значит, правую и левую сторону одновременно. Вот видим, да, опускается очень медленно, должно быть в два раза быстрее. Опускаем, опускаем. Так, в принципе, с ним проблем особых нету. Единственное, бывает, кабель цепляется, но у нас тут все уже предусмотрено. Защиты стоят. Самопальные защиты, чтобы он не рвался. Бывает, цепляется. За трубки, допустим, мерительные. За кнехты, которые установлены в носовой части, в кормовой. Так. Вот, сейчас я в позицию, если видите, в позицию выхожу, опускаю дальше. Все, видим, все. Эта сторона позднее, правая садится, все, села. Теперь заезжаем. Все, чувствуем удар, все, дальше не идет, соответственно, и поднимаем вверх. Все, но я пока открывать не буду, мы еще не совсем закончили, еще где-то полчаса работы. Вот. Ну, в общем, вот такой принцип работы гантри-крана, самое основное. Вот, они все так работают, вот, поэтому ничего сложного нету. Единственное, я говорю, вот зимний период проблематично бывает, когда обледенение особенно попадаешь. Мы как-то где-то, наверное, полтора дня, в общем, лед отбивали, именно чистили рельсы, чтобы хоть как-то он ехать начинал. Вот, а так, в принципе, работать... И можно, некоторые боятся, бывают они в очень плохом состоянии, прогнивают. Вот средняя часть, едешь и прямо реально думаешь, как бы он нафиг не развалился. Потому что лететь вниз, если что, достаточно далеко. Вот. Но таких случаев, по крайней мере, я не слышал. Вот. В принципе, безопасно. Все, ребят, ставим лайкосы.